Привет, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем играть в кошечку Бубу. И сегодня у нас необычная серия. Котик Бубу решил показать вам свой новый ресторанчик. Посмотрите, пожалуйста, нашу Бубу. В этом ресторанчике работает шеф-поваром. Давайте посмотрим, какая форма у нашего котенка. У него настоящий колпак повара, рубашка повара, штаники, обувь с закрытыми пальчиками, чтобы, не дай бог, не пораниться. Молодец, котик, ты правильно оделся. Это весы. Это кассовый аппарат котика. Карандашиком он записывает заказы посетителей. Здесь наш котик моет ручки. Видите, как течет водичка? Это печка, смотрите, с настоящим огнем. Здесь Бубу готовит свои фирменные блюда. Бубу, ты не закрыл воду, надо закрыть воду. На полочке можно увидеть моющее средство для посуды. Видите, настоящее льется. Мочалочка. Потом стоят стаканы. И сверху чашечки. А вот и посетители ресторана котика Бубу. Пингвин хочет чай. И его друг крокодильчик также хочет чай. Отправили в заказики. Значит, у нас в заказах два чая. Один с лимоном и корицей, один зеленый чай. Бубу надо приготовить, друзья. Итак, нам надо с лимоном и корицей. Ждем, пока закипит чайник. Чайник закипел. Можно наливать. Так, что же нам надо еще? Нам надо ложечка. Нам надо полотенечко. Так. Заказ готов. Делаем еще один чай. Теперь зеленый чай. Наливаем. Ложечка. Полотенечко. Готово. Итак, друзья. Бубу сделал заказ. Так. Пингвиненок уже пьет чай. Сейчас и тебе дракончик принесем. Держи свой заказ. Смотрите, как ребятам понравился чай. Угощайтесь, друзья. О, пингвиненок заплатил нам уже денежки. Мыло надо помыть ручки.
Ура! Ребята, нам дали подарки. Мы выполнили первое задание. Следующие посетители. Совушка и мышонок. Совушка хочет вкусное пирожное, а мышонок чай. Хорошо, друзья. Бубу, пора заготовить заказ. Ура! Приготовили! Давай дадим салфеточку и ложечку. Мы здесь не убрали. Все, место чисто. Итак, возвращаемся к заказам. Мышонок хочет чай. Сейчас, мышонок. Подожди немножко. Бубу уже готовит. Ждем, пока закипит чайник. Наливаем чай, салфетка, ложечка. Заказ готов. Угощайся, мышонок. Угощайся, совушка. Давайте сейчас польем наши овощи, которые растут в горшочках. Полили. Забираем денежку. Спасибо, друзья. Убираем стол. Итак, ребята, заказы на сегодня закончились. Все друзья разошлись по домам. Котик Бубу будет ждать вас еще в своем ресторане. Пока-пока. До новых встреч!